Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ. 15:08 на годиннику. Це інтерв'ю нового дня із Аллою Кошляк. Тільки сьогодні без Валерії Широкової, але менше з тим, обіцяю, все одно цікаву і корисну розмову. Сьогодні у нас в гостях Ігор Сухомлин. Людина, чоловік, батько, ресторатор і цікавий співрозмовник. Ігоре, добрий день. Добрий день. І давайте одразу розпочнемо із того, як... Взагалі зараз почувається ресторанна сфера України. От у журналі НВ нещодавно вийшов перелік топ-100 українських ресторанів, і в цьому переліку виявилося, що заклади є не тільки в Києві, там Львові, в Одесі, а й в інших містах України, і вони теж цікаві, і вони теж достойні, щоб їх відмітили різні експерти, які цей рейтинг складали. Чи можна сказати, що в Україні в ресторанній сфері децентралізація, так би мовити, вже таки відбулася? Ресторанна сфера жива, перше, і це вже победа. Ресторанна сфера в тонусі, і ресторатори зараз прориваються вперед сквозь карантин і посткарантинне время, міжкарантинне, многі вважають, і ніхто не знає, що буде завтра. І сейчас время быстрых решений, быстрых изменений. Пережили карантин не все, и это не касается только Киева, во всех городах. И вся страна живет, потому что люди хотят своей нормальной жизни, а мы часть нормальности. Наша работа – это часть быстрой нормальности. Зайти выпить кофе, съесть яйца Бенедикт или картошку с бифштексом – это все часть нормальних привичок людей, які хотіли би вернути свою життя обратно. І от в оцьому поверненні до нормальності, наскільки краще почуваються Київ і там великі міста і інші міста? У вас є можливість порівняти, бо, наскільки мені відомо, у вас ресторани є в різних містах України? Да, можу сказати, що і Київ, і Чернігів, і Житомир, і Черкаси примерно одинаково ожили. Сложнее у нас есть вареничная во Львове, вареничная Балова на Галя, и во Львове как-то там посложнее. То есть общая обстановка не такая легкомысленная, как раньше. Да, нету таких толп туристов, расслабленных поляков и белорусов, вот, которые были раньше и легко тратили гривны. Вот, поэтому Одесса цветет, и все... ресторанные инвесторы сейчас смотрят в ту сторону. Ну, вы знаете, там такое впечатление, что в Одессе карантину и не было, как такого. Ну, там и смерти не существует, и молодость вечная. Вот поэтому все гуляют, как в последний раз, так как одесские девушки прекрасные одеваются, как в последний раз всегда. То есть всегда красивые, всегда во всеоружии, так и обстановка, так и вечеринки, так и рестораны в Одессе. Я приезжаю туда заряжаться легкомисленностью, которую теряю сразу в Києві. Тобто, якщо хочеш зараз відкрити новий ресторан, то варто починати з Одеси. Нужно начинать із того города, который ты понимаешь. Если ты понимаешь Чернігів, строй в Чернігові. Дальше будешь думать. Если понимаешь Киев, пожалуйста. А в Киеве вообще, я вот, например, не понимаю Подол. Я не знаю, что нужно построить на Подоле. Я приблизительно немножечко разобрался с Бессарабкой. Вот. И точно так же. То есть если ты понимаешь на какой-то территории, и это может быть твоей суперсилой, тогда там и строй. Ви от починали в Чернігові. Як ви там завойовували аудиторію? І як це різниця з тим, як завойовувати аудиторію в Києві, наприклад? Мне кажется, ничем не отличается. Просто делаешь продукт, который попадает в людей во время, в цену, и все случается само собой. То есть, когда проект идет на сверхусилиях, сверхусилиями раскачивать, я слабо верю в такие проекты. Ну, то есть, в Европе очень много ресторанов разгоняются до 3 лет, а до этого доинвестируются владельцами. Они системно убыточные. Если так происходит в Украине, это невозможно. А як от зрозуміти, що не полетіло, треба закривати? Це має пройти скільки там? 3 місяці, півроку, рік?
Есть разные версии, разные подходы. Есть рестораторы, которые говорят, мы 6 месяцев ничего не меняем, сцепив зубы, последовательно бьем в одну точку и дальше уже принимаем решение. Есть другие люди, которые говорят, месяц или два, и я скорее вот поддержу этих рестораторов, потому что сейчас время быстрое, нужно быстро-быстро принять решение. Но я могу сказать, что даже сейчас 2 недель не готов ждать. Mm-hmm. Ну, то есть, если... Ну, хорошо сразу видно, приходят гости, насколько им интересно. И если они заинтересовались, они сразу постят, расходятся круги по воде в Инстаграме, во всех социальных сетях, и быстро-быстро приходят люди. Наши гости очень любопытные, им хочется прийти попробовать чего-нибудь новенького, поэтому за 2 недели все уже понятно. А вам доводилось колись закрывать ресторан за 2 тижні? Да. Это было недавно. Пов'язано з карантином? Да. Як взагалі саме ваші ресторани пережили карантин? Чи з багатьма закладами довелося попрощатися, чи довелося якісь проекти заморозити? Какое-то заведение пережило лучше, какое-то хуже. После карантина мы перезапустили одно место. Это Forever Young, который не пережил карантин. Он превратился в греческое кафе «Чайка». Угу. Она успешно полетела, да? И гостям очень нравится. И сейчас мы готовим Намечникова новый проект перезапуску. Про те, як ресторани переживають карантин, про те, як взагалі почуває себе ресторанна культура України. Про усе це говоримо із Ігорем Сухомлином, він є ресторатором українським. Після невеликої паузи із музикою ми повертаємося до цього обговорення. Якщо у вас є запитання, можете написати нам у Viber 067 839 38 78. Новий день на радіо НВ. Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на радіо НВ. Говоримо ми сьогодні про українську ресторанну сферу, і ресторатор Ігор Сухомлин є у нашій студії. І зупинилися ми на тому, як взагалі заклади переживали карантин, чи довелося їх закривати. Так, довелося, але ж з іншого боку, карантин, мабуть, чомусь хорошому нас усіх навчив. Ну, як мінімум, не знаю, мені сам факт про соціальну дистанцію і щоб всі люди мили руки, здається, що це класна звичка, яка після карантину залишиться. Що залишиться після карантину в ресторанній сфері, от із позитивного? Ну, якщо так сказати, до ресторанної сфери, я думаю, що ми всі ближче познайомились з людьми, з якими живемо в місті, і мої діти наконец-то узнали, який я, а я узнав, які вони по-настоящему. От. А з точки зрення ресторанного бізнесу, перше, ми готові працювати з горизонтом планування один день, розуміючи, що завтра нас можуть закрити. Вот, и теперь уже у нас прямо есть прописанные степ-бай-степ, что мы будем делать, если нас закрывают. То есть мы это уже раз проходили. Понятно, что все будет по-другому, но все равно последовательность такая к выживанию. Что ты должен сделать? Сгруппироваться, прыгнуть, лететь, потом, ну, и так далее. В общем, мы теперь уже знаем, как это бывает. И, конечно же, чистота, гигиена в фокусе. И понятно, что теперь все смотрится сквозь призму доставки. Как это можно доставить? Наверное, это так из того, что сразу сходу может всплыть. А щодо персоналу, дивіться, ну багато ж закладів зачинилося. Виходить, що можна на ринку найкращих кадрів позбирати і десь переманити до себе. Чи такого немає в ресторанній сфері? Я думаю, що це можна було зробити літом. Я думаю, що всі хороші... Все классные сотрудники, классные официанты, повара, кондитеры, менеджеры, они уже все при деле. Те, кто хотел работать, все работают, потому что заведения все открыты. А чи відбувся, ну, якийсь такий перерозподіл кадрів глобально по ринку через те, що там хтось не пережив карантин? Ну, принципиально, я думаю, нічого не змінилось. Если какое-то заведение закрылось, ну, у нас закрылась фишкультура, и ребята коллективно, там, кто-то куда-то перешел, и вместе или не вместе, ну, это нормально, но
остальные заведения работают, поэтому от нас такого большого оттока не было, потому что все основные наши сотрудники вернулись в команду. Вот, я думаю, это касается всех игроков рынка, потому что все понимают, что может быть новый карантин, и нужно стабильно работать. Ну, навіть в умовах цього карантину. Да, а да, ось, да. До речі, ну зараз же ж переглядають постійно ці карантинні зони, і тут ти можеш працювати, і в якийсь момент кажуть, оп, місто потрапило в червону зону, все закривається. У вас вже є алгоритм дій на такий випадок. Да? А, можливо, поділитись пару секретів, що в тому Давайте алгоритмі має бути. Давайте поговоримо про чим-то приємно. Окей, про щось приємніше. Як ви ставитеся до ресторанів демократичних і такого мас-маркету, типу, не знаю, устриць по одному євро або бургерів по одному євро? Чи використовуєте такий формат в своїх закладах? Не виходить, я не розумію, з чого вони состоять, ці бургери, але в цілому я вважаю, що це круто, це просвітительська робота, коли ти береш аудиторію, яка ніколи не була ресторанною, и приучаешь их есть устрицы. Вау, устрицы, красивая жизнь. Я сегодня пойду надену платье в пол. Вот, и так далее. То есть я считаю, что это просто крутая подготовка миллионов людей, которые впоследствии потом перейдут в разные другие форматы потребления. И 100% можно поблагодарить коллег, а конкретно Диму Борисова, который как бы как ледокол топит по этой теме. А ось, до речі, для успішного походу в ресторан достатньо просто, щоб їжа була хороша, чи потрібен он весь цей антураж? От ви згадали про сукню до підлоги, так? Або там, не знаю, інтер'єр має бути класний. Що є оцими складовими ресторанної, ну такого, задоволення від ресторану? Це може бути по-разному, тут нету одного правильного ответа. Хтось говорить, от українські ресторани переінвестируют в інтер'єр, переінвестируют в емоцію. Просто нужна класная еда. А гости требуют, они хотят провести время. То есть для гостей это чаще всего больше, чем еда. То есть очень мало украинских гостей, которые воспринимают это просто как ежедневное потребление белков и углеводов в безопасном месте. Нет, все приходят проводить время, поэтому, конечно, украинский гость очень требовательный, гораздо требовательнее, чем испанский, например. И украинцы за 1 гривну требуют, чтобы мы отжались очень хорошо. Поэтому... От, до речі, я считала, що ми в трійці, українці, в трійці лідерів за негативними відгуками на TripAdvisor. Тобто, якщо щось не подобається, ми одразу про це напишемо. Ну, я не знаю, как TripAdvisor, Foursquare 100%, это украинцы, турки и россияне, то есть мы главные хейтеры в мире, не то, что там в Европе, в мире, вот. Ну, тобто, такому вибагливому споживачеві догодити важко. Просто, когда все круто, мы воспринимаем это как норм, а когда какой-то маленький залет, то нам нужно развалять заведение, вкатать единицу, и, конечно, все мы примерно одинаковые. Як працювати із негативом, можливо, поговоримо у наступній частині нашого ефіру. Нагадаю, що сьогодні говоримо про ресторанну сферу. Ігор Сухомлин, ресторатор, є у нас в гостях. Після невеликої паузи повертаємось. Новий день на радіо НВ. Інтерв'ю нового дня. З Аллою Кошляк та Валерією Широковою. На радіо НВ. Про ресторанну сферу в Україні говоримо сьогодні. В гостях у нашій студії є ресторатор Ігор Сухомлин. І давайте про те, як працювати із тими клієнтами, які залишилися незадоволені. Як відповідати тим, кого щось не влаштовує. Чи є взагалі можливість повернути клієнта, який один раз поїв, наприклад, несмачно або, не знаю, сервісом не був задоволений? Я думаю, что есть всего лишь 2 слова, которые хорошо работают всегда. Это быстро и искренне. Люди чувствуют, это просто какая-то штампованная отмазка, которая пишет, что мы обязательно передадим руководству и приносим наши глубочайшие извинения. Или это человеческим языком от имени владельца или шефа или руководителя ресторана написано в комментариях или в личку,
искренние извинения и попытка решить эту проблему. То есть мы все делаем ошибки, самое главное, как мы их исправляем, и все. І, ну, то есть ми стараємося... тобто, і навіть із вибагливою українською публікою, ми вже з'ясували, що в нас вибаглива публіка, це спрацьовує. Со всеми, без исключения, это работает. Кто-то, большинство людей готовы пойти на примирение и потом приходить в заведение, и потом становиться бренд-амбассадором этого места, если все хорошо. Давайте тепер поговоримо ще про формати. Пам'ятаємо, як певний час найпопулярнішим закладом була піцерія або там суші-бар. Зараз дуже багато, принаймні в Києві, можна побачити грузинської кухні. Як довго це ще триватиме? І що, на вашу думку, може бути наступним? Я думаю, що все йде вітками, і грузинська кухня нікуди не щезне. Це наш український комфорт-фуд. Тобто ми любимо не тільки українську їду, не только итальянскую, но и грузинскую считаем своей, практически родной. Она комфортна, с ней удобно работать, потому что все сырье для грузинской кухни в основном, кроме специй или если используются грузинские сыры, грузинские вина, это все остальное, это курица, свинья, говядина, мука и много-много-много всего, это все украинское. Поэтому с этим удобнее делать бизнес, чем с тунцом или креветкой. Вот. Это первая часть. Сейчас разгоняется тема, и карантин ее только ускорил. Пиццерии будут в каждой щели, потому что это чемпион. Наизручнейшая доставка. Да. Угу. И будут пиццерии в разных стилях, итальянских, американских, будут плохие, хорошие, будут районные, городского значения. Потом это все опять будет успокаиваться, кто-то закроется, кто-то нет. Но это просто выстраивается инфраструктура. Сейчас они будут и строятся прямо сейчас и в центре, и известными рестораторами, и новичками, и в спальниках и так далее. То есть я думаю, что весь комфорт-фуд, который можем с вами представить, который можно доставлять и который можно съесть днем, вечером, он будет строиться. Другое дело, что будут строиться также форматы для отдыха, атмосферные форматы. Я тут спорил недавно с коллегой, он говорит, что все, теперь будут все приходить только за едой. Ну, тогда мы перестанем быть людьми, тогда мы просто будем очень рационально к этому подходить. Вряд ли это произойдет. Чи правильно я зрозуміла, що все ж таки від такої екзотичної зовсім кухні трошечки відходитиме ринок, тому що її там складно доставляти, наприклад, в випадку, якщо все закриється на такий глобальний локдаун, то куди її дівати зрештою? Наприклад, який? Ну, я не знаю, там щось азійське, які-небудь комахи, ще щось. Ну, я думаю, що насекомые... Миша Кацурин, привет. Насекомые никогда не станут комфорт-фудом. Они могут быть чем-то таким супер ярким, привлекательным, на что будут обращать внимание люди и постить в Инстаграме. Но азиатская еда становится тоже нашей комфортной едой. И, конечно, моя мама не будет есть том-ям минимум раз в неделю, но мои дети точно будут, потому что это точно будет смешиваться с украинской традицией, и мы будем все потреблять Италию, мы будем потреблять Таиланд, Японию, Вьетнам. Это нормально. Я думаю, что все эти кухни, которые мы считаем традиционными, они произошли точно так же в результате слияния разных других кухонь, тех народов, которые были на нашей территории раньше. Поэтому все норм, ну просто когда кто-то рассказывает про то, что вот наш борщ там и так далее, потом сразу вопрос, а картошка откуда, ну и так далее. И то выявляется, есть, что она, да, не зовсім наша. Я думаю, что дальше это будет процесс происходить, я к этому отношусь спокойно, будет все развиваться, и гости проголосуют гривной. Про ресторанні тенденції, про тренди у цій сфері говоримо із Ігорем Сухомлином. Він є ресторатором українським. Якщо маєте питання, пишіть їх нам у Viber 067-839-3878. Ну, а в наступній частині програми пропоную поговорити про те, якої екзотичної або просто цікавої кухні ще немає в Україні, що варто було би із форматів, які існують за кордоном, привезти сюди. Ось таку інтригу залишу, а зараз робимо невелику паузу. Новий день на радіо НВ.
Інтерв'ю нового дня з Аллою Кошляк та Валерією Широковою на Радіо НВ. Про ресторанну сферу в Україні, про світові тенденції в ресторанній сфері говоримо із Ігорем Сухомлином. Він є українським ресторатором. Ми зупинилися на тому, що не всі ще кухні світу представлені в Україні. І пообіцяли, що дамо якийсь такий прогноз, чого б ще такого класного із ресторанних форматів і кухонь інших країн варто було би привезти в Україну. Можливо, ви особисто хотіли би якоїсь такої цікавої направленості заклад відкрити? Я, честно говоря, никакой экзотики не хотел бы привезти, потому что это будет очень рискованно. А сейчас время и так повышенного риска, поэтому играть в это я бы не стал. То, чего мне не хватает интересных украинских ресторанов, украинских бистро. Я думаю, что сейчас подрастает целое поколение, большое уже теперь наконец-то поколение шеф-поваров, украинских шефов, которые, мальчиков и девочек, которые будут строить такие места свои собственные. Мне вот этого очень сильно не хватает, которые будут работать только на локальном продукте. Вот. Мне не хватает, например, хорошего, интересного перуанского места, где все могли бы съесть настоящие севичи. Вот. Да, в принципе, в Киеве достаточно, наверное, индийского хотелось бы еще побольше. А так, в целом, я думаю, что все открыто, то, что значимо. Корейского хочется. Я думаю, что корейское – это дело будущего тех людей, которые смотрят в сторону Юго-Восточной Азии. Корейская кухня очень интересная. Вот, поэтому я думаю, что это то, что будет открываться, но 99,9% рестораторов будут работать в формате комфорт-фуд, потому что это более востребованный. Комфорт-фуд с понятным продуктом, но который красиво упакован, красиво подан, интересно, по крайней мере, по справедливой цене. Это будет от супербюджетных форматов 1 евро до дорогих ресторанов, потому что аудитория Luxury Deluxe никуда не делась. Они вместе с нами сидят в нашей любимой стране. И они тоже куда-то должны ездить из Кончезаспы питаться. Вот, соответственно, рестораны для всех аудиторий будут представлены как для средней, так и для всех категорий. А ось, до речі, ми говорили про українські продукти, українські інгредієнти. Наскільки зараз поширене використання саме українського виробництва інгредієнтів в ресторанах, ну, взагалі в ресторанах? Чи можна говорити, що ми вже так перейшли на local food? Я не знаю, мы, наверное, так. Мы никогда не сможем перейти на local food, если не произойдет полное закрытие торговых взаимоотношений между странами. И кордонів. Але слухайте, це 2020-й, нічого не можна виключати. Не-не-не, я думаю, что ну, разве что тогда будут испанцы есть, там португальцы будут есть своих осьминогов, только испанцы будут есть свою рыбу и хамон и так далее, и так далее. Я думаю, что чем дальше, тем больше мы будем переходить на локальный продукт, потому что это имеет смысл, и потому что это всегда вкуснее, с моей точки зрения. Вот. Локальный продукт всегда дешевле, с ним комфортно работать. И это первое. И второе, идеологически это хорошо, правильно. Я думаю, все без исключения шефи нової формації будуть йти в цьому направлінні. Якщо говорити про заклади української кухні, можливо, ви колись собі таке планували? Якщо ні, можливо, зараз подумаєте. Якби ви відкривали український ресторан десь за кордоном, який би він був? Ніякий. Не хотіли би, чому? Я би не відкривав, тому що я прожив прилично в прошлом году в Барселоні. Угу. И мне говорили: Игорь, открой украинский ресторан, ведь это же так круто поесть в Барселоне вареников или борщ. Просто он там нахер никому не нужен. Вот. Ну, в них достаточно смачной своей я ежи. Думаю, что каталонцы довольно консервативны. Туристы едут туда есть паэлью, креветок, осьминогов, тапосы, пить каву, а не борщ.
А наши люди сами себе дома, иммигранты сварят борщ, кайфанут и все. Поэтому я не думаю вообще о каких-либо ресторанах за границей. А здесь просто украинскую еду из украинских продуктов, переосмысленную, не архаичную. То есть это еда из украинских продуктов через международные техники приготовления. Я думаю, что все будет вот прямо в ближайшие год, два, три происходить на наших глазах. І український споживач до цього готовий. Не їсти оце якісь там закордонні прикольні страви, ходити в заклади із там прикольними інтер'єрами, бо це така кухня такої країни, а ходити за своїм, за тим, що можна вдома приготувати. А почему нужно или-или? Я думаю, что у каждого человека есть около 5 минимум любимых разных заведений. Это будет и украинское, и будет суши-бар, это будет пиццерия, будет какая-то кофейня одна или две. То есть люди не ходят в одно и то же место постоянно каждый день. Они меняют несколько мест, где им комфортно, поэтому будет, все останется. Все эти форматы останутся, люди будут есть и креветки, і будуть їсти котлети. Є запитання від нашого слухача, прийшло нам у Viber, пише нам Володимир і питає таке: в ресторанній сфері з чого варто стартувати новачкові у районному центрі на 15 тисяч населення? Ну, спочатку потрібно пойти поработать куда-то, пойти поработать в ресторан. Это лучшее, что можно представить. Поехать в областной центр или поехать в Киев, стать, я не знаю, какая профессия у человека, который написал вопрос, стать официантом или стать помощником повара, или кондитером, пройти какой-то путь, получить сначала образование, или если вы предприниматель, если вы уже собрались что-то открывать, купите франшизу, недорогую франшизу, но эффективно работающую в других небольших городах, и разберитесь с этим бизнесом через чужие знания. Вот два варианта. Только после этого вкладывайте деньги в что-то большее, потому что это позволит вам избежать простейших ошибок. Якщо вже заговорили про те, щоб влаштуватися на роботу в ресторан, от в мене завжди складалося враження, що в нас немає як такої професії офіціанта. Це вважається такою тимчасовою роботою для студентів, або якщо ти там в нове місто переїхав, або якщо тобі просто терміново десь потрібні гроші, а потім тільки знаходиться можливість, людина цю роботу змінює. Через це, як мені здається, страждає сервіс. Що із цим можна зробити, або, можливо, я взагалі помиляюся? Перше, сервіс в Україні крутой, по сравнению з європейськими странами так точно. И потому что гость наш более требовательный, и мы довольно сервисная нация. Это первое. Второе, я сбился с вопроса. Официант, так и профессия, чи не профессия? Ну, когда наши ребята постареют, тогда будут вот 60-70-летние официанты. Украинской ресторанной индустрии совсем немного лет, не 100, не 200, а сколько. Мы знаем, сколько вот Украине, столько и ресторанной индустрии, поэтому, наоборот, мы довольно быстро развиваемся, и я вижу, как больше и больше молодых ребят, которые случайно пришли на подработку, остаются в ресторанном бизнесе навсегда, просто переходят из официантов в менеджеры, из менеджеров в руководителей ресторанов, или там из бармена переходят, стали шеф-поваром и так далее, и так далее. Многие случайно попадают, и это нормально, во всем мире так. Во всем мире молодые люди идут подработать, или молодые актеры в Лос-Анджелесе, или где угодно, они идут заработать себе деньги на жизнь в ресторан, потому что это понятная работа, для этого надо две руки, две ноги и язык. Ну так, і голова. Тому що без цього жодна робота, мабуть, би не вдалася. Останнє мікропитання. Найближчі ваші плани, найближчі заклади, які ви плануєте відкрити? Ми відкриваємо 15 октября на Мечникова большой ізраїльський ресторан прямо напротив Гудвайна. І я думаю, що ми порадуємо наших гостей. Супер. Ось такий анонс маємо на кінець. А ресторатор Ігор Сухомлин був у нас сьогодні в студії. Дякую вам за розмову. І це була програма «Новий день». Говорили ми про ресторанну культуру в Україні і не тільки.